Фабрика «Урюпинский трикотаж» на заседании правления Волгоградской региональной общественной организации «Волгоградское качество» получила диплом на право использования знака при маркировке своей продукции. Для нас имеет большое значение вручение знака использования «Волгоградское качество». Это как признание наших достижений по качеству выпускаемой продукции. Потому что мы действительно уделяем очень большое значение качеству продукции. Никогда не шли на то, чтобы за счет качества каким-то образом эти качества снижать себестоимость продукции. Все это было в разумных пределах, то есть цена соответствовала качеству выпускаемой продукции. И я думаю, наша продукция на волгоградском рынке в настоящее время является одной из самых лучших по своим потребительским качествам. Мы оформляем все время выставки, этот значок, потом на маркировке самих изделий. Тоже будет использоваться этот знак «Волгоградское качество», потому что присваивается группе товаров. В частности, у нас детский ассортимент. По детскому ассортименту вот яселька и постарше именно ясельная группа. Здесь именно все те изделия, здесь применяется полотно, которое экологически чистое, которое это хлопок натуральный, которое прочность крашения хорошая этого полотна. И сами модели современные и, в общем-то, которые отвечают всем потребностям маленького ребенка. У нас постоянное обновление продукции, у нас модели более 2 лет не выпускаются на предприятии. Ну, так мы работаем, в таком направлении мы работаем и занимаемся качеством выпускаемой продукции, одновременно с увеличением объема производства. Напомним, что организации и индивидуальные предприниматели, прошедшие процедуру экспертной оценки в Волгоградской региональной общественной организации «Волгоградское качество», согласно регламенту получают право использования знака в рекламных целях, а также размещать его в документации и на упаковке продукции в течение 1 года со дня подписания соглашения на применение знака. Он является для потребителя указанием на то, что продукция успешно выдержала экспертную оценку волгоградского качества. Урюпинский трикотаж, волгоградский завод напитков сегодня вручаем, мы присваиваем, вернее, уже это решение комиссии есть. Это те предприятия, которые достаточно серьезно потрудились, оформили документацию, подтянулись технологии. И комиссия считает, что они уже сегодня достойны нашего знака качества. Хотелось бы сказать, что те предприятия, которые сегодня получают диплом на право пользования товарным знаком, у нас, опять же таки, прошли все необходимые процедуры, которые предусматривает регламент общественной организации «Волгоградское качество». Я думаю, что, наверное, одни из самых достойных. Урюпинская трикотажная фабрика введена в действие в январе 1968 года. Она специализируется на выпуске бельевых и верхних трикотажных изделий. Объемы производства увеличиваются по всем показателям, растет сбыт. Поставка продукции осуществляется в 33 области России. Самые крупные потребители – Волгоградская область, Москва, Краснодарский край, Рязанская область, Ставропольский край и другие. В настоящее время фабрика работает на привозном сырье.